привет. Решил немножко прибраться в связи с тем, что виноград обрезал. Думаю, дай-ка тут приберусь. Я люблю химию. И даже жаба меня давит выбросить пустые склянки из-под них. Еще, вот видите. Как всегда. Ну и вот так вот шел. Смотрю, ящик этот. Вспоминаю, в ящике что-то там интересное у меня было. Ну вот, будем смотреть. О, кстати, недавно Террасон вспоминал. Правда, красная у меня была упаковка. Это типа ВДшки, только лучше. Брызгаешь на хром на какой-нибудь. Пленочка получается масляная. Консервирует на ура. Вот. Оказывается, у меня еще такая вещь была. Так, куда поставить? О, вон оно ж масло 2Т. Лукс. Луксе. Вот она. Минералочка новая. Есть. О, семи-минералочка. То есть полусинтетика. Такая же. Кстати, масло очень обалденное. Мне понравилось. На отлип чуть ли не 2 сантиметра тянется. Покажу как-нибудь. О, это ж я тогда покупал. Так оно у меня здесь и хранилось. Я думаю, куда она делась? Помню, что не применял никуда. Тоже полная. Пусть стоит. Так, что тут? О! Нифига себе тут. Тоже есть. Надо оливочку. Почти не осталось. Это от Фэби. Это какое-то, что у нас тут написано? Ну что это такое, кто знает? Ладно, это надо читать. Какое-то масло. Так, это уже нету. Тудой. О, Галф. Почти полная. Это я у Мерса покупал когда-то. Литруха осталась. Далее еще где-то стояла, я, видать, использовал. Так, что тут от Басфа? От Басфа. Концентрат. Это концентрат. Это антифриз. Так, это Кастрол антифриз. Запечатанный. И еще он же. О, да тут просто залежи химии. Больше ничего нету. Ничего. Вот так я вам показал свои залежи. Ну и тут еще всего навалом. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.